Уже третий день в лицее номер 13 имени Расула Гамзатова города Каспийска проходит слет юноармейских отрядов города «Родина зовет». В связи с этим в школе были развернуты тематические площадки и прошли мастер-классы, где ребята успешно продемонстрировали все свои навыки. Отметим, что данный слет был организован в рамках реализации гранта, который получил лицей номер 13 на конкурсе «От движения первых». Так, сегодня были проведены итоги конкурса «Красив в строю, силен в бою», который был проведен в рамках слета. И ребята, которые показали хорошие результаты сегодня, заняли первое, второе, третье место. Я надеюсь, что в следующем году, когда они будут участвовать в военно-патриотической игре «Зорница-2», я думаю, что они покажут самые хорошие результаты. В ходе конкурса воспитанники показали свои умения в выполнении следующих элементов: построение в шеренгу, представление отряда, название, дефис, расчет по порядку на первый, на второй, перестроение в две шеренги, в одну шеренгу, повороты на месте налево, направо, перестроение в колонну по двое, движение на месте в составе колонны и многое другое. Я думаю, что ребята получили заряд энергии, очень много таких ярких впечатлений, которые, я надеюсь, останутся у них надолго в их памяти, в их душе и в их поступках, и в их действиях, и особенно и в их отношении к своей родине, к своей школе, к своим учителям, к своим родителям, к всему тому, что является родным и близким. После награждения для всех присутствующих состоялось официальное закрытие слета юноармейских отрядов. Украсили мероприятие яркие и интересные номера, подготовленные воспитанниками лицея номер 13 города Каспийска.